поздравляю вас с победой. Скажи, пожалуйста, может быть, вы уже знали противника? Все-таки вы играете с ними третий сезон подряд, как-то выучить успели? Да нет, не скажу, у них сильно поменялся состав. Ну, как сильно, у них добавилось несколько игроков из Луги Спорт. Вернулся еще один хороший игрок, которого в этой игре не было. То есть, ну, и, честно, я не очень помню, какой у них был стиль игры. Состав новый, ребят хорошо катают мяч, но сидели уверенно сзади, хорошо оборонялись, контратаковали, забивали. Нет какого-то плана на игру, каких-то наработок против них не было. Волна, собственно говоря, могла уже третий матч подряд заканчивать на ноль. Скажи, почему не получилось, за счет чего был забит гол? Ну, тут очень обидно, что не получилось сыграть на ноль, потому что для нас это как достижение, наверное, более, как-то, не знаю, нас порадовало, наверное, чем победа такая крупная. Хотелось бы еще сыграть на ноль. Обидно, не добежали последний эпизод. Уже немножко, видимо, при таком счете играли более вальяжно. Не добегали, ну, они воспользовались. Ну, они на гол-то, наверное, хоть на один наиграли, ну, точно. То есть, ну, все по игре. Это победная серия, это за счет каких-то, может быть, летних перестановок в стиле вашей игры или за счет чего, как тебе кажется? Ну, налицо усиление состава. У нас добавилось 4-5 новых людей. У нас, наконец-то, есть по несколько замен, что мы можем меняться, мы можем отдыхать. То есть для нас два матча подряд раньше это было там равносильно, не знаю, там, смерти, потому что мы там выходили максимум с одной заменой. Было очень тяжело, мы перестали катать шестого полевого через вратаря. Ну, появилась какая-то своя игра, у нас быстрые молодые ребята, много смен. Добротные игроки появились, и я думаю, что у нас должно быть в этом году, дай бог, все хорошо. Ну, какие-то планы у команды уже есть на год? Ну, планы всегда самые амбициозные, тем более мы уже все-таки одни здесь из самых старожил, уже, по сути, тут больше половины лиги, наверное, обновилось. И хотелось бы быть, конечно, как можно выше, тут нельзя, наверное, загадывать там о медалях или о чем-то еще, но если так будем играть, почему нет, каждый соперник, нам, мне кажется, по силам. Мы в прошлом году цеплялись с самыми сильными командами. Наша была проблема в том, что мы слабым командам иногда отдавались и состав не всегда же собирали. Если сейчас так будем собираться, будем продолжать ездить, все может быть очень хорошо. Все-таки морально против кого было тяжелее настроиться? Против вот новых команд, с которыми вы играли в прошлые выходные, или против вот старичков, таких как МСГ? Ну, мне, наверное, более интересно играть против старых команд, потому что я там и ребят каких-то знаю, и, ну, давно все вместе, кто такие сторожил именно даже просто по игрокам, не обязательно по командам. А против новых команд ты выходишь, на них ничего не знаешь, кто там что, там плюс-минус там пара команд, которые вошли. Поэтому, ну, я просто прошлые выходные меня не было, поэтому я пока что играю только с теми, кого знаю, поэтому никаких новых ощущений пока нету.